просто жопа. И сейчас десяточку на этом тунчике наколотить, это, конечно, будет достижение. Ну, тут уже достижение. 6 тысяч в топе с восьмерками. Ну, типа, это уже хорошо. До десятки еще стрелять и стрелять. На этой карте, как бы, тоже такое. Надо, чтобы светили. Надо, чтобы светили. А у меня, как бы, вы знаете, да, светляки какие? Вы в курсе, да, про них? Надо, ребята, чтобы был свет. Будет свет, будет дистанция. Ни один не поехал десант высаживать. Ни один, просто ни один. Все валят, все в разные стороны. Там вон, на СТ на кактусе кто-то. Не знаю, что они тут по центру ездят, но это, конечно... Да ты посмотри на этого ш... О. Пропускаю все из-за этих... Толкучек. Ладно, 1500 дали, уже хорошо. 90-ик там больше не будет подставляться. Так. БМД. Не, БМД мы не прострелим. Все, пока нахожусь здесь. Пока что стою здесь. Ну нету света, просто нет. Он катается, он не стоит в кустах, он катается. Он просто катается. Нужна достаточно открытая карта, чтобы такие дамаги выносить. Ну, десятку. Открытая карта должна быть. ДПМ не очень большой. Быстро танк проезжает. Очень быстро. На каток бы его поставить. Это было бы, да. Так, вроде я в него попал. Нет, не попал. Нет, не попал. Так, фалькон, если там будет жить, будет хорошо. Так, драгун там высадил своих обезьян. Сейчас сам... Так, там 90. Хорошо, нам нужно вот здесь крыть. Нужно уже здесь. Я ему ДЗ-ху, наверное, сбил. Да, я его не пробил. Фалькону там надо стоять за бочкой, просто никуда не ехать. А он уезжает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, он уезжает. Так, ну здесь... Ага, там хамурай. У нас там десант вроде стоит. Оп. Контакт. Вражеская техника. Цель техника. Ай, Гриффин.
Так, 90-ка, отъезжай. Так, ну не могу я там объехать их, не могу. Все со мной хриза. Какого я перепуга свечусь? Двигатель поврежден. Готово. Двигатель завелся. Цель техника. Вижу противника. Вражеская техника. Невиностик нас продает. Мы не можем здесь выехать, там Гриффин стоит и этот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 5 бобсов. Так, 6800. Заряжай снаряд. Ты пошел? Цель техника. Отлично. Так. Надо, где десант, они там стоят, на центре, я не могу в центр въезжать. У них Гриффин еще, Мефисто. Друг, ты что? Что с тобой? Так, ребят, ну это очень хороший бой на ПТЛ, я вам честно скажу. Но если все получится... 11-28 шотный, мы знаем об этом, да? Знаем об этом. Так, здесь у меня, если что, эти меня контролят десантники. Через центр там тоже контролится все. Из центра выходить, бахать их. Охереть. Уезжай оттуда. Ну, тут а шансов мало. У меня 795. Там Мефисто его едет взрывать. Ребят, ну мне надо как-то от десанта, я не знаю. Больше я никак. Там драгуну нужно убегать. Все, Габелла. А у меня сейчас еще кумулятивы останутся.
короче, в надежде то, что они ошибутся. Заряжай кумулятивный. Офигенно. Кумулятивные остались. В надежде, что они ошибутся, короче, вот здесь повылазят. Так уже легче. Но это шикарный бой для меня. Десант выручает. Я не попал, что ли, или чё? Все, ребят, в погоню, просто в погоню. Мне нужно один раз его пробить. Будет плохо, если мы проиграем. Обидно будет. Будет очень обидно. Но он меня может убить, если я не попаду. Блять, они один раз в меня попали, обидно. Да, я теперь ему на один выстрел. Блин, я ему на один кумулятив. Я зря получил 248 сейчас. Я, наверное, не угадываю. Да, он на нашем респе стоит. А я не успеваю. Ну, я вам так скажу, это очень хороший бой. И не попал в него. Заряжай кумулятивный.
Эх, обидно. Эх, ребята, обидно. Очень-очень обидно. Я не попал в него, когда он уезжал в бочках. И альфа в него не прошла, когда он в бочках стоял. Вылетела ниже среднего 390. У, ну чё же так не фартит-то, а? Ребят, ну что, десятка есть? Давайте смотрим. Все сделал правильно. Вытащил на десант противника. Ну чё? Челлендж выполнен.